Существует ли на свете такой же простой и доступный источник наслаждения, как кусочек вкусного торта? Учеными доказано, что ощущение тающего на языке лакомства – одно из самых сильных по уровню испытываемого удовольствия. Но так ли просто самому приготовить торт? Из-за своей профессиональной деятельности я очень редко бываю на кухне. Сегодня я пришла на профессиональную кухню, в кондитерскую «Воздушная груша», и попробую себя в роли кондитера. Помогать Елене постигать искусство кондитерского дела будет опытный мастер Надежда Бондарь. Надежда готовит не только традиционные свадебные торты, она одна из немногих в нашем городе, кто делает сложные многоуровневые подвесные торты-люстры, а также постоянно самосовершенствуется и принимает участие в различных конкурсах для кондитеров. Пора узнать, что сегодня будет готовить Елена. Мы сегодня будем готовить красный бархат с малиной. Это любимое лакомство моей семьи. Ну, я думаю, после сегодняшнего дня оно станет и вашим. Первым делом укладывание коржей в форму, которые были заранее приготовлены из кексовой начинки. Наверняка многие обратили внимание, что на кондитере нет перчаток. Мы моем руки постоянно, много, по 400 раз. В цехе, конечно, мы работаем в основной массе, стараемся, по крайней мере, в перчатках, но бывают случаи, когда ты про них просто забываешь. А руки мы моем по 500 тысяч раз, поэтому здесь в этом нет никакой проблемы абсолютно. Установив нужный диаметр на специальной форме, приступили к обрезанию коржей под нужный размер. Затем разделили коржи на несколько небольших кусков и начали укладывать их руками на дно основания. За основу торта был взят рецепт Андрея Шепа, но немного измененный. Каждый кондитер, который занимается вообще профессионально, он дорабатывает рецепты. То есть нет двух одинаковых кондитеров, которые готовят одинаково торты. Теперь время приготовить крем. Он будет из сливочного сыра маскарпоне и кремета. К ним добавили 250 мл сливок и все ингредиенты взбили в профессиональном миксере. Попробуй, да, и скажи, вкусно или нет. Это божественно. При помощи специальной силиконовой лопатки кулинары приступили к укладыванию воздушного крема между слоями сладкого изделия. Занятие не из простых. Важно не просто промазать коржи, а равномерно распределить начинку на всю поверхность слоя. Надежда, ну бывает все равно, когда, например, настроение не очень, там погода плохая или еще что-то. Вот как вы переносите? Нужно же все делать с любовью, с добротой. Для меня торт – это медитация. Как можно вообще не любить? Когда ты вот прям трогаешь то, что ты произвел, то, что ты сделал. Настроение улучшается сразу же, как только ты видишь результат своего труда. Шаг за шагом, слой за слоем. Пора узнать, как справляется Елена с этим занятием. Для первого раза, для человека, который никогда в жизни до этого не держал лопатку, поздравляю, у тебя получается. Поехали дальше. Красный... Достаем и готовимся его украшать ягодой. То есть сегодня у нас украшение будет живое? Да, живое, да, и ты будешь принимать в нем непосредственное участие. Отлично. Остатки крема наносим на сладкое лакомство, чтобы наше украшение прочно укрепилось. Слушай, Лен, пошли ко мне в цех, а? У тебя получается. Тебя еще поднатаскать, погонять, пару тортов в тебя запустить, и будет вообще отлично. Рисунок из черешни и вишни решили выполнить в корпоративном стиле нашего медиахолдинга и выложили ягодами логотип 8 канала. И вот красный бархат от начинающего кондитера-корреспондента готов. Небольшой милый торт для домашних посиделок с подругами, с друзьями. Можно такой же торт приготовить на приезд каких-то значимых для тебя людей.
Теперь пора узнать, как оценила работу корреспондентки Надежда. Все ли удалось и сможет ли Елена стать профессиональным кондитером? Я думаю, в будущем она может себя попробовать в роли профессионального кондитера. Единственное, что творческие какие-то моменты будут ей даваться тяжелее, потребуется время для учебы. Тем не менее, будущее ее в роли кондитера вполне вероятно. И она даже дома сможет приготовить вкусный торт для всех своих друзей и абсолютно этим будет гордиться. А теперь узнаем, как самой Елене дался опыт кондитера. Процесс приготовления торта я сравнила со строительством, с искусством. И действительно, воплощать такие красивые шедевры, нужно вкладывать любовь, хорошее настроение и... Оно у меня поднялось, и мне очень нравится, что получилось. Я надеюсь, что на вкус тоже будет очень вкусно. На вкус торт получился действительно нежным, вкусным, а главное питательным. Надеемся, что вы, наши телезрители, поняли, что процесс приготовления сладкого лакомства, да и в целом работа кондитера – кропотливый труд, требующий от мастера и точности, и креатива. И такие люди, как Надежда, делают нас с вами немного счастливее, ведь достаточно вспомнить чувство, которое мы испытываем, когда лакомимся кусочком торта. Ведь не зря же существует выражение «сладкая жизнь». Дмитрий Беломестнов, Елена Виноградова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.